Всем привет! Собрался я в Бельвью на открытие КФС. Если КФС не будет открыто, то хотя бы просто проведу для вас, уважаемые подписчики, экскурсию по новому, не так давно открытому торговому центру на Московском шоссе 230. Да. Первое наблюдение заключается в том, что вот когда прохожие идут по Московскому шоссе, они пересекают вот эту дорогу, что немножко, согласитесь, небезопасно. А теперь заходим внутрь. Что тут любопытно, то что эскалаторы, вот если хорошо приглядеться, разных расцветок. А поднимаюсь я наверх, это получается какая-то бело-красная расцветка, а вон там, допустим, какая-то синяя, ну, в общем, меняет цвет эскалатор. В зависимости от ваших предпочтений. Нас интересует фудкорт. Да. Можно добраться на лифте, но лучше все-таки на эскалаторе. Так будет быстрее. Вот интересная конструкция потолков. Сейчас вы сами все увидите. Вот такие вот прямоугольники. Народу мало. Гуляют. Все в основном как раз сконцентрировано в таких торговых центрах около как раз фудкортов, то есть около зон с магазинами быстрой еды. Сейчас интрига, откроет ли КФС или еще нет. Вот такие вот лифты, они стандартные, панорамные. Вот здесь вот еще оцеплено, еще кое-что не работает. Администрация просит извинения за временные неудобства. Ну и такой вот стеклянный потолок. Здесь, ну еще более-менее, это, конечно, недочет, но мелкий. Гораздо крупнее недочет то, что был несколько времени назад открыт только главный вход. То есть при пожаре, при эвакуации людей выход, он же вход, только осуществлялся по одному центральному выходу, а запасные были закрыты. Сейчас их чуть приоткрыли, но мне кажется, все равно небезопасно. Ага, Бургер Кинг еще у нас еще закрыт. Ждем открытия Бургер Кинга, но пока что он закрыт. Так, а что же КФС? А КФС у нас открылся. У нас открылся, что, конечно же, хорошо. Их люблю, КФС, гораздо лучше, чем Макдональдс. И сейчас мы закажем, конечно же, там еду. Но для начала я покажу вновь вот эти вот потолки. Формы непонятно чего, но мне нравится лично такие вот. Ну и конечно, для тех, кто не просто хочет есть, а хочет наслаждаться видами города, вот такой вот вид на улицу Зои Космодемьянской открывается. И еще покажу вид на Московское шоссе. Сверлят. Нельзя сверлить, когда торговый центр открыт для посетителей. Это может их разозлить. А, ну и вид на Московское шоссе, да. Давайте здесь покажу.
Вот он. Видно гаражи, видно шоссе, видно, какие автобусы подъезжают. Ну, и еще пару слов. То, что Макдональдс, к сожалению, для фанатов KFC открылся раньше, чем KFS. Но мы сейчас идем не в него. Мы сейчас идем на открытие именно KFS. Он открылся сегодня, на момент записи 1 февраля. Вот это прикольно сделали. Деревья. Вот таких вот деревьях побольше бы на улице, на улицах города. Ну что, как всегда, довольно стандартно. Шарики навесили и свесили. Сейчас буду делать заказ. Народ есть, спрос есть. Значит, качество должно быть на уровне. Буду оплачивать наличными. Ваниль, миндаль Здравствуйте. Три большие картошки фри, мороженое Кит-Кат. Чё? Да. Фри. Ну, три больших, самых больших у вас. Да, баскет, наверное, да. Хорошо. И значит, Кит-Кат я мороженое заказал, да? И... Хорошо, хорошо. Ваш номер заказа, пожалуйста. Мороженое, правильно? Три баскета. Три. Да. И Пепси, у вас какие-то добавки есть? Там ваниль. К сожалению, сейчас не делаем. Ну, по просто Пепси по 0,8. Пепси 0,8. Да. Первый раз. 0,8 Пепси, правильно? Да. Хорошо. Давайте проверим с вами ваш заказ. У вас 3 заказ Пепси, ага, да. Да. Все? Да. Оплата карты наличными? Наличными, наличными. Здесь? Здесь. Хорошо. Раз, два, три. К оплате 501 рубль. Так, сосчитайте, сколько там? 400? Сейчас, секундочку, раз. 100, 200, 300, 400, 500 еще рубль. А, сейчас, ну. О, кассир очень вежливый, кстати, попалась. Вот где? А. Так, ваша задача? О, знаете. Спасибо. Рубль. А 100 заберу себе. Здесь, кстати, дешевле, чем в некоторых других забегаловках КФС. На 26 рублей дешевле. Все, жду заказа. Да, хорошо. Вот так вот люди ждут заказ. И пока я, главное, жду заказ. Ну, еще потолки обойдем. Вот мне нравится вот этот вот дизайн вот этих вот потолков, мне определенно нравится. Такое типа окно. Могли бы что-нибудь... Ну, я, конечно, опоздал к открытию как таковому. Ну, могли бы что-нибудь, какую-нибудь развлекательную программу придумать. Ну, может быть, была, может быть, будет, я не знаю. Давайте сейчас будем снимать, как обслуживают клиентов в KFC. Смотри, быстро обслуживают, быстро, довольно быстро. В некоторых других KFS обслуживают гораздо медленнее. Но еще хотя бы, в принципе, полдень. Так, а где? Ага, вот выдача. Выдача. Из минусов то, что нет добавки. Вот KFC еще славится тем, что они там в лимонад добавляют разные добавки. У них был имбирный пряник, очень офигенный вкус.
У них был, у них еще был с карамелью, да, пепси с ванилью. Ну, может, не пепси, может, любой другой лимонад быть. А сейчас добавок нет. Вот это единственный минус пока, который я нашел в данной забегаловке. Ну, я еще не пробовал еду, понятное дело. Когда попробую, тогда и более точно скажу. Так, а мне еще должны дать... Должны дать пепси. Вот сейчас выдают... Да-да-да, это я. Да. Так, а трубочка? Все, все есть, все. Все. Идем. 21.93. А куда мне идти? Интересно. А, наверное, сюда вот, на столик, чтобы вы видели, как дальше обслуживает KFC людей, пока я жру. Вот эти пайки тоже очень удобные. Должны быть вот эти вот кресла. Ну, как кресла. Сейчас попробую с розеткой. Вот это главное. А то всякая аппаратура может разрядиться. Так, собственно говоря, к дегустации подходим. Значит, как картошечка KFC. Многие считают, кстати, что она пересоленая. Вот по здесь ради замечу, что абсолютно верно считают. Но мне такая и нравится. Ну, если честно, если откровенно, то, к сожалению, не самое лучшее качество. Да. В KFC, например, в Авроре было лучше. А в KFC не тот, который там на четвертом, на пятом этаже находится, в торговом комплексе Аврора Молл, а который вот новый открыли на... Вместо Меркурия продукт около Макдональдса. Но если вы видели, то вы поймете, о чем речь. В общем, Аврора, мне кажется, лучше. А самый плохой, кстати, ресторан КФС, это в Амбаре. Такая хуйня. А как мороженое? Сейчас мороженое попробуем. Самое дорогое заказал. Вот такой вот удобный стаканчик. Мы сейчас приступим к дегустации мороженого. Эх, ну не могу я на стакан положить камеру. Нет, пожалуй, потом продегустируем. Пожалуй, пока я камеру отключу, мой вердикт по поводу нового ресторана KFC довольно средний уровень. Я ел в ресторанах KFS и лучше других. Но что плюс? Касса обслуживает быстро, быстрее, чем в ТЦ Молл. ТЦ Молл самое медленное обслуживание. Ну, на этом, пожалуй, закончу эфир. Пока, к сожалению, я понимаю, что многим это не понравится, но пока, к сожалению, выигрывает здесь МакДак. Но, опять-таки, в Авроре хороший ресторан КФС, хороший ресторан KFC, где же еще? В том же Молоче, да, неплохое там качество. Несмотря на обслуживание. А тут хорошее обслуживание, но качество, к сожалению, довольно среднее. Такой вердикт. Увы. Но обращайтесь со мной вежливо, все. Конец. Ходите в рестораны. Пока.